Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимулом, больше тем ли вас видео, естественно, все, что я скажу, мои домыслы, фантазии. Вот, сами знаете, в какой стране мы живем, ОПГ, как говорится по-русски сказать. Правда ли будут еще теракты? И правда ли есть еще здания, которые, так сказать, построены, так сказать, будем говорить. Ну, все, что я скажу примерно, что в гадании вышло, а великие гадалки там уж как решат, что все чудесно и прекрасно, пляшем вокруг Путина. Не так уж было. Что мы здесь видим? Что огромные деньги, все еще все бабло, бизнес. Понятно, что за Крокус Сити там получат огромные деньги, и с самого начала это все планируется для взрыва. Дальше, то есть для фальшивого взрыва и фальшивых террористов. Мы уже это обговаривали, так гадание выпало. Что мы здесь видим в данный момент? Мы здесь видим, что есть деньги, выделены были специально. Раз, два, три, четыре. Очень много зданий, в общем. Сейчас, в данный момент, пока функционируют 5. Остальные в разваленном состоянии или недостроены. Здания созданы для искусственных терактов. Да? Поэтому я бы сказал людям держаться подальше от некоторых зданий, концертов всяких там, тра-ля-ля, увеселительных учреждений, магазинов больших, гигантских и так далее. Потому что они созданы именно для этого, заранее было продумано. Они все недостроены, что-то в них не хватает. В Крокус-Сити, может, тоже не хватало там, может, как говорится, тушения пожаров и так далее. Вот, здесь то же самое. Чтобы получить деньги, эти здания начнут устраивать, так сказать, великие теракты, да? Потому что нужно объединить у властей всех. Видите, все от власти отбежали, от президентов и так далее. И нужно, чтобы к ней прибежали. Можно ли спастись от этого? Нельзя. Это все приведет к тому, что будет только ухудшение ситуации. То есть специально это, видать, делается. Для чего-то непонятно. То есть, может быть, сдружить всех людей вместе. Может, все как лохи сбежались и поверили в это. Но это принесет, да, вред людям. Это планировалось заранее. Еще раз, для тупых и безграмотных объясняю. Гадание выходит и показывает, что... И духи показывают, что это планировалось заранее. Никакие не таджикистанцы не выпадают у меня. Никакие там еще какие-то великие группы и так далее. Ничего этого, так сказать, не собирались делать. Для тупых, да? Здесь где-то упало, но это бесполезно смертникам объяснять. Дальше. Мы видим, что ситуация не изменится, пока народ не очнет и не очухается. Видите, даже кости выпали, что все равно где-то около 5 зданий или 6 функционируют. Они, как только им скажут, приказ дадут, они начнут активировать свою заложенную функцию, по дешевочке называется. Это активация, так сказать, терактов, возможно, да? Вот, по приказу и найдут новых лохов. Видите, каракушка аж на бок легла к той стороне смерти, так сказать. Поэтому будут еще взрывы. Поэтому держитесь от таких зданий, включайте свои мозги, как говорится. Доверяйте себе, а не властям, не спецслужбам, никому. Все это давно было спланировано, чтобы уничтожить, так сказать, стадо немножечко. И на этом заработать. Очень интересное гадание. Ну, естественно, мои домыслы, фантазии, сами понимаете. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Чуф. Ставьте лайк, подписывайтесь, удачи.